В Лос-Анджелесе на премьере мультфильма «Миньоны» Сандра Баллок появляется в образе под стать своим друзьям-мультяшкам. В черном платье с желтой вставкой и в желтых одноглазых лодочках. В картине актриса озвучивала главную героиню, коварную начальницу миньонов Скарлетт Оверкилл. Мне нравится, что она избалованный ребенок. В своем развитии она остановилась на уровне 8-летней девочки, которая никогда не получала внимания, которого ей очень хотелось.